У высшей школы Харьковщины есть не только традиции, но и хорошие перспективы. Об этом заявила губернатор области Юлия Светличная на очередном заседании ректоров высшей школы. Участники встречи подвели итоги работы Харьковского университетского консорциума и обсудили планы на будущее. А если мы подивимося на консолидованный рейтинг вузов Украины за 2016 рік, то Харьковская высшая школа представлена 29 вузами. Мы имеем желание, мы имеем перспективу и мы имеем с вами результат. Безумовно, этим результатом передувала велика работа и окремих вузов, и консолидована работа консорциума университетского, за допомогою якого мы можем наразі укріплювати свои усилия та імплементуватися у європейські проекти. В ходе заседания внимание акцентировали на вопросе поддержания безопасности в регионе, в том числе студентов, обучающихся в харьковских вузах. По словам представителей СБУ, в области проводятся работы по противодействию проявлениям сепаратизма и антигосударственным заявлениям среди учащихся. Тот враг, который существует на данный момент у нас, он использует различные методы, чтобы влиять на эту тонкую среду студенчества. То есть, и как пример могут приводить, они создают украинские сайты, псевдоукраинские сайты, где потом дестабилизируют полностью ситуацию в регионе. Эти сайты выявлены, эти люди нам известны. Мы разработаем программу, и только вместе мы сможем предотвратить все, что будет наносить дестабилизирующие факторы в нашем регионе. 2 марта в Национальном университете имени Каразина состоится выездное заседание Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины. Ксения Ручка, медиагруппа «Объектив».